Хочешь быть в курсе последних новостей туризма? Подписывайся на наш канал, и ты будешь всегда знать, что происходит в отелях, что нового, что изменилось. Этот канал для вас. Подписывайтесь на него. Отель Royal Azur. Большой. Лобби. Бар лобби. Здесь проходит вечерняя программа шоу. Санитория. Идет реновация корпуса, обновляют фасад. Сейчас мы зайдем сюда шаг. Есть бильярдные столы, пул. Два стола для бильярда. 19.02, Family. Ванна и душ. Есть чайный уголок, холодильник, это Марина. Сейф. Балкон с видом на бассейн. Это Family. Хорошие номера, аккуратно все. Вот корпуса, которые реновируют. Бар в бассейне. Центр новый. Пляж. Пляж. Здесь нужна специальная лодка. Нет, здесь хороший пляж. Подойдет и для детей, и для взрослых. Видите, такая бухта. Есть свой коралловый риф, а там вот справа дальше. В отеле сейчас идет реновация номеров, поэтому на это стоит обратить внимание, чтобы потом не было недовольствия. А очень хороший пляж здесь, хороший вход в воду. А, концепция у них есть ультра all-inclusive и all-inclusive. Ультра all-inclusive дополнительный бонус предоставляет в виде напитков, ну и так далее. А на all-inclusive есть бар, который работает 24 часа в лобби. И можно пользоваться. Дискотека есть, она до 2 ночи, напитки на дискотеке до 2 ночи бесплатно по концепции. Есть детский мини-клуб, есть детская анимация, детское питание под запрос. Сейчас пополняемость отеля 20%, поэтому они специально для детей не готовят, но если вы попросите, вам все это сделают. В отеле 3 бассейна, один из них в зимний период с подогревом, один с морской водой. В отеле есть 3 а-ля-карт ресторана. Они по концепции Ultra All Inclusive бесплатно, по концепции All, скорее всего, платно, но ничего не сказали. Это восточный, азиатский и итальянский. Номера шале находятся на берегу моря. Это номер шале. Ванна. И есть душевая кабина. Ну, давай только с этого. Большая кровать. Вид из номера. Детская площадка. Мини-клуб. 11 Superior. Душ, ванны нету. Как это такое? Как
Плазменный экран, чайный уголок, холодильник, две кровати, кафель, балкон небольшой с видом на бассейн. Номера выходят с одной стороны на бассейн, а с другой стороны вот на такой парк. У них есть частичный вид на море, прямого вида на море в отеле нету. Только шале номера, которые прямо на берегу моря. Предварительно где-то к декабрю, к концу декабря должен закончить реновацию, и вот эти вот леса, работы строительные закончатся здесь. Хотите на отдых в этот отель или другие? Мы вам поможем. Закажите звонок у нас на сайте, и мы перезвоним вам. У нас есть удобная система онлайн-оплаты и бронирование для самостоятельного подбора туров по лучшей цене. Ждем вас в наших офисах. Друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Лысинок Евгений.